на панораму. Около 80 тысяч человек. Очень. Исторические, кому-то нравится, кому-то не нравится, но главное, чтобы команда в ней играла красиво. Общая фотография с арбитром, но это разведка. Аргентинская команда, судя по заявлениям, ох, какая передача штрафной, Акинфеев мяч забирает. Ну, конечно, новички, а Хорхе Сан-Паули вызвал сразу несколько новых событий. И у всех на всю жизнь осталось в памяти. Но и сегодняшний матч важен, потому что это Месси, он делает передачу. Удар по воротам, Акинфеев, браво! Тировал Месси, очень аккуратно покатил этот мяч. В эпизодах, но ведь забивать, но не забил Ди Мария. Стать достоянием аргентинской сборной. Все что-то у него не получается на важных турнирах. И даже в важных Месси это неправильно. Нужно держать его. Месси уходит от двоих. Режет угол, будет бить. Нет, откидывает мяч. Маскерано, удар по воротам выше. Прежде всего Месси позволяет создавать моменты. Маскерано здесь дежурит для удара. Это не главное из его кумира. На Паулу Дибалу, допустим, вместо Ди Марии или Агуэра. А пока Агуэра с мячом, подкат, удар по воротам, Акинфеев. Акинфеев, а удар-то очень непростой, и как будет и финал чемпионата мира. Агуэро, смотрим повтор, отлично играет. Выполнить подачу, Рауш. Рауш будет подавать, нет, скидывает мяч. Навес, это удар получился в дальнейшем. И с очень дальней дистанции попадает. И ответ Аргентины. Это похоже на контратаку. Месси набирает скорость. Справа Сальвио. Агуэро, Сальвио. Опасно. Месси. Опять успевает. Успевает Васин. Сколько его ругают. И как он играет. Спросите у Эдвина Ван дер Сара. Готов был выйти один на один. Ди Мария, Ди Мария готовится к удару. Долго-долго. Эдуардо Сальвио. Опять передача Месси. Тут мяч прошел мимо Васина. Я вот это обрабатывает. Не сумел обработать. Это так прыснул этим пасом к флангу. По штрафную опасно. Удар. И Акинфеев элегантнейшим. И Агуэро с этим ударом. Игоря Акинфеева. Посмотрим, завершая наш репортаж. 9-11 Федор Смолов. По штрафную. Месси! Нету, нету! Офсайды, и Месси не бьет по воротам, а перебрал. Эдуардо Сальвио. Паста прекрасный прошел. Это Агуэро. Месси! Чуть получит больше шансов. Ну и проникающая передача, конечно, изумительная. С левой ноги. Это прекрасная атмосфера на такой гигантской арене, которая перестроена под футбольный формат. Подача Месси опасна. И тут мешают. Мне показалось, 11 номер. Это Николас Отаменди. Опережение аргентинцы сыграть. Смотрим. Лео Месси. Подача, удар по воротам. Серхио Агуэро не попадает плотно. Завершал в первом тайме. Но тогда, конечно, удобнее была у него позиция. Чуть положил корпус, пробил, повавно идет. Будет заброс. Нет, Смольников не стал. Сыграл с Глушаковым. Денис здорово ушел от соперника и пробил. Это его. Может быть, и задел мяч Серхио Ромеро. Замена у Аргентины. Первая замена Дамиру Скамини. Что нужно было давать угловой. Классно убрал Лоссель. Аргентина поехала с третьего места. Чистую. Рауш подает. Штрафную. Глушаков борется за мяч. Можно бить по воротам. Добивание нет. Васин не успел. Не разобрал. Там, кстати, был Энцо Перес. А это повтор эпизода, когда пробил Денис Глушаков. Самосознание футбольное гораздо более прочное. Алехандро Гомес с мячом. Подача опасна. Скидка в ближний угол. Бьет и партнера. А он как-то неловко выставил ногу. И ударом-то это не назовешь. Вот смотрите. В полете. Да, Ди Мария, Ди Мария. Все правильно подает. И удар через...
через себя. Это из ничего возник момент. Ну как красиво Отаменди. Сначала пяткой пытается, получается. Опять Агуэра. Ох, опасно, очень опасно. Штрафной мяч. Ди Мария будет бить поворотом. Дальний угол. Дальний угол низом нанес удар. Справился Акинфеев. Тогда ногой выбил. Сейчас, когда Месси отправлял его в штрафную. И там нужно доиграть эти минуты. Месси между ног. Штрафную. Опасно. Удар поворотом. И добивание. И все. До офсайда с запасом полметра. Иногда и 5 сантиметров видны. Но Агуэро забивает. И нельзя ему не аплодировать. Но судьи-то как не заметили, что Кристиан вот этим пасом между ног в тот момент, когда партнер только начинал движение. А ведь офсайд. А ведь офсайд. Ну ведь офсайд же. Друзья мои. Месси хорош.